Всем привет! Сегодня в обзоре продажи Renault Megane 4, 2017 год, только пригнан. Вот такой вот белый красавец, мой любимый цвет белый. 116 тысяч пробега, бесключевой доступ, два ключа, резина новая Michelin, передняя задняя парковка, резина Michelin. Так, обойдем. Открывается ключок. Когда автомобиль закрыт, не открывается. Так. Состояние после химчистки. Полноценное запасное колесо. Двойной пол, кому комфортно. Вот так вот покомфортней. С багажника складывается сиденье. Немножко солнце, но идеально чистый после химчистки. Он и был чистый. Фотографии показывал в Вайбере. В описании и в комментариях снизу будет ссылка на Viber. Ложится вот так вот сиденье, где будут полностью свежие фотографии, чтобы могли посмотреть. Есть сервисная книга. 2000 назад был. Вот Эрлинг приветствие. 2000 назад был сервис. Не знаю, ли были записи. Так, все записи вот сосредоточусь есть. 89 последний пробег здесь, но есть еще один сервис. Аукционный лист по пробегу. Вот 116 тысяч. Автомобиль продан с пробегом 116 420. У нас 116 449. Пробег. Двузонный климат-контроль, круиз-контроль, ограничитель, старт-стоп. Цена автомобиля 13 200, чтобы купить. Извините за постелил, чтобы не было мокрое одно место. Так, последний сервис был в 6 месяце 2021 года, 114 606. Меняли фильтра. Все фильтра меняли. Масло 5W30, 4,8 литра. Следующая замена на 144 тысячи. Двигатель К9К, топливная Континенталь. Сейчас заведем. Заводится с кнопки. Работает как часы. Активная навигация. Датчик света, дождя. Вот. Датчик света. Активная навигация. Полно разных интересных функций. Зеркала складываются. Такой вот сегодня автомобиль. По ходовой нету никаких
вопросов. Едет очень мягко. Сейчас пристегнусь, хочу сделать тест-драйв. Датчик давления в шинах. Пробег. Запас хода на 560 километров. Почти полный бак. Средний расход. Вот 5,5 литра. Если ехать в режиме 90-110, будет 4,7. Но кто же покупает, чтобы ездить так? Есть помощник, показывает переключение передач. Такой вот сегодня автомобиль. Едет хорошо. Еще раз покажу. Нахожусь в Виннице, автомобиль сертифицирован. Растаможен. Договор можно выписать в любое удобное для вас время. Спасибо, что со мной. Всем пока и до новых встреч в Виннице.